Здравствуйте, меня зовут Марина Климова. Предлагаю вам ознакомиться с новой лекцией на тему «Организация воинского учета на предприятии. Лица, подлежащие воинскому учету». Это один из роликов нашего цикла, который состоит из трех программ на тему воинского учета. В данном ролике мы с вами будем рассматривать, как поставить воинский учет на предприятии, в том числе тем, кто никогда раньше этим не был озабочен, в отношении кого его надо вести. И все нюансы вы будете знать после того, как посмотрите этот ролик на видеоконсультант.